Привет, я Михаил. И я Сергей. И мы являемся автором замечательной книги «Синогипноз и активное самовнушение». Да. Рекомендуем ее приобретать, потому что в ней простым, понятным языком написано о том, как заниматься самогипнозом, описаны самые простые структуры занятий, чтобы вы могли его читать и делать. Более подробно о том, какие проблемы можно решать с помощью самогипноза, сейчас расскажет Михаил. Да, но только прежде чем я расскажу, хочу сказать, что эта книга активно раскупается, мне вот Сергей еще не знает, из издательства звонили, и уже зимой они хотят второе издание нашей книги. На данный момент осталось всего 800 экземпляров. То есть она только вышла, уже все разобрали, действительно так. Вот будет второе издание, мы ее расширим. А на тему этой книги здесь достаточно кратко, емко, ну, дело в том, что у нас определенные рамки стороны издательства. Да. В другой книге мы ее полтора даже расширим. Да. Они дали добро на это. Поэтому в этой книге вот достоинство этого первого издания очень емко, кратко, и вы можете очень быстро найти решение своих типовых задач. Здесь описывается, как работать со страхами, как работать с уверенностью, как улучшить память, свой сон, как справиться с болевыми темами, синдромом, переживанием. И даже вот Сергей Владимирович, это его как раз глава, да, основной вклад в этой книге Сергея Владимировича, это по тематике достаточно обширно, как нормализовать свой вес с помощью самогипноза, самовнушения, это замечательно. Сергей Владимирович профессионально уже почти 15, даже больше 15 занимается именно тематикой избыточного веса. Да. И вот здесь очень подробно Сергей Владимирович делает такой ценный вклад на тему того, как с помощью самогипноза можно улучшить свое здоровье, самочувствие и нормализовать свой вес. Да. О том, как оставаться молодым и стройным, даже не считая калорий. Да, спасибо, ты так меня хорошо представил. Вот. Ну, скажи, а мы продаем эту книгу? У нас можно ее купить? Да, можно купить, причем дешевле, чем в магазинах, в интернете. Так что приобретайте, можно в Омске, в Томске, в Новосибирске, в Красноярске, во всех филиалах, и даже в Якутске. Даже в Якутске, да. Да, можно приобрести эту книгу, поэтому интересуйтесь, обращайтесь. Подчеркиваю, экземпляров осталось не так много, и, как нам говорили в издательстве, они планируют уже где-то в феврале-марте распродать последние экземпляры. Поэтому успевайте, пока есть первое издание. Да. Да. Михаил, может быть, мы для наших самых таких преданных читателей, покупателей сделаем какой-нибудь бонус? Если, допустим, у человека есть книга, и он приходит к нам на семинар, мы ему сделаем скидку. Конечно. Или если он приходит на семинар, мы ему книгу дарим. Или так, да. Отлично. Именно так. Так что будем рады вас видеть. И если будут вопросы, кстати, мы специально проводим вот по формату этой книги, в основном в конце книги написано, что наш сайт, там есть, мы пишем, мы проводим специально тематические встречи, примерно раз в неделю, и все читатели, те, кто практикуется, занимается, может принять участие в живых онлайн-медитациях, и самое главное, задать любые вопросы по тематике этой книги, если он занимается. Мы постарались сделать все возможное, конечно, по книжкам очень сложно учиться, но мы сделали все возможное, чтобы хотя бы простые вещи, научиться снимать стресс, расслабляться быстро, да, отдыхать, вы сможете научиться с помощью этой книги. И в помощь к вам мы еще проводим такие бесплатные онлайн-встречи. Подробнее есть в этой книге, прямо ссылка по ней переходите, записывайтесь, вы можете писать, спрашивать, мы всегда открыто отвечаем на любые вопросы. Все, до встречи. До встречи. Пишите, приходите. Да. До связи.